Семеро младших из моих 15 детей смотрят интервью, да, со Светланой Жарниковой. Всем советую. Это передача «Души на тот свет». Образ бабьи девка, как скорее соответствует ведьме, ведущей, знающей старухи. Понятие «ведьма» – это у нас сейчас негативно. Их уважали, и к ним ходили, и они лечили, и они гадали, и они спасали, и насылали порчу. Состоится ли Кирилл и проект «Бабы и Гири ведьмы» покажет тренер. Во всяком случае, отдельные хоромы для сказочных дом уже строятся. Светлана Дягтина, Михаил Макарский, пропагандист «Северный регион» для программы «Вести» из Кириллова. Свету. То есть солнце – это воплощенный свет. Они поклонялись тому свету, который находился растворенный в абсолютной тьме, и который был быстрее света солнца и звезд. И только сейчас астрофизика пришла к выводу о том, что нейтрино, или вот те вот частицы, которые мы не можем даже назвать частицами, или поле, это что-то за ними, которые двигаются на порядок больше, чем скорость света, из которого все вообще формируется вещество Вселенной, это и есть то начальное. Да, конечно. В египетском культе Осириса. Но вот в таком обычном. Что это такое? Осирис для, скажем, для деревни. Это небольшой такой, ну, какой-то кувшин, в котором посадили растения, вот они проросли, вот выросло из зерна, вот оно потом, значит, мы его съедим, выросло, умерло, да? Умирающий и рождающийся Бог. Это Осирис. Но есть, существуют еще и закрытые эзотерические знания, в которых Осирис – это одетый в абсолютно черное. И говорили, что только тот, кто может постичь свет, растворенный в абсолютной тьме, быстрее, чем свет солнца и звезд, только тот может понять тайну Осириса, то есть вечного движения материи. А у нас еще древнее, получается, да, чем египетский? Да, да. Это сколько времен? Ну, вы знаете, если... Останови. Зафиксированы. Вот Светлана Жарникова, наберите в интернете Светлана Жарникова. Мои дети прослушали весь, все ее интервью, лекции и все прочее, поэтому они знакомы со множеством фактов, которые большинству населения не знакомы. А? Чем мои дети лучше? Только тем, что отец заботится, развивает их, дает им информацию, а вы своих детей лишаете этого. Вместо этого мультики, пультики, всякую дребедень, а? Так что советую всем Светлану Жарникову найти легко в Ютубе, а? Набрать Светлана Жарникова, цикл интервью, а дальше уже все ее выступления найдете.